Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня будет тренировка с бутылью 5 литров. Первое упражнение — жим стоя. Начинаем. Исходное положение. Взяли бутыль, ноги на расширение плеч, носки чуть в стороны. Начинаем жать. Мощным движением вверх. Раз 20 сделали. Второе упражнение без отдыха сразу, поочередно. На больше акцент на среднюю дельту. Рука уходит. Так. Отлично. Второй рукой. Не очень удобно, конечно, но что делать? Другого нету. Сделали. Повторяем жим. Добилось. Сбивается передний. Так, берем гантель. Кому так неудобно делать, можно взять бутыль за и двумя руками к подбородку. Дальше. Третий. Опа. Сразу переходим. Тяга бутыли в наклоне. Взяли за рукоять. Ногу одну вперед тут. И чувствуем свои широчайшие. Опа. Работаем жестко. Вторую сторону. Продолжаем жим делать. Кардио такой, да, жесткое. Сразу тягу бутыли в наклоне. Берете бутыль на руки вот так. Перед собой держите. Ноги широко. Таз выводим назад. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Так, теперь попробуем сделать жим бутыли одной рукой. Не очень удобно, но делаем. Да. Приноровиться можно, думаю. О, пошло. Так. Опять присед. Мой любимый присед. 8, 9, 10. Фух, теперь тяга на клоне. Жим. Хорошо. Кому понравилось видео, поставьте лайк. В следующих роликах что-нибудь еще придумаем. Все-таки дома пока. Надо что-то придумывать. До новых встреч. Спасибо за внимание.